Томилинский клуб «Дружина» торжественно открыл мотосезон. Гости мероприятия участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука, ножевому бою, а также парному мотоманеврированию. В открытии очередного мотосезона приняли участие порядка 80 человек. Более 40 байкеров продемонстрировали на автодроме спортивно-технического клуба «Томилина» свои способности. Организаторы праздничного заезда предложили мотоциклистам поучаствовать в 5 конкурсах. В каждой дисциплине определили победителей. Обладателям первых и вторых мест вручили медали с символикой клуба «Дружина». Для того, чтобы напомнить себе, освежить все навыки, а какие-то, может быть, и отточить. Мы с вами посоревнуемся в разных дисциплинах, которые так или иначе, но связаны с ловкостью, силой и мастерством. Между соревнованиями гостей мероприятия развлекали представители клуба исторической реконструкции «Лучезар». Они показали инсценировки боев, которые проходили в Древней Руси. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.